все на равно, понимаешь? И он на это реагирует как придурок. Он вчера даже на меня ругался, ты знаешь об этом? На тебя ты что? Я знаю, что там вышел он и Женя. Я, значит, не знаю, что было до этого. Вхожу туда, он орет на Женю. Женя стоит, говорит, и орет. Ты ни при чем, то, что появляет такую реакцию постоянно, это не твоя проблема. Какая реакция? Я лично реакцию. Ну не видишь, я вижу весь коллектив. У меня к тебе претензий нет. Хорошо, Тём. Ты вообще можешь молчать? Подожди, нет, подожди, ты его имя называешь, я не буду молчать. Я поинтересовался. Мне есть вопрос. Я после нескольких дней уже сделал определенный вывод по поводу ее, и у меня уже реально вопросы. Я уже в ней реально вообще не уверен. Она может спать. Да я вообще в ней не уверен. Я пытаюсь его успокоить, чтобы он не орал. А он на меня давай срываться, по рукам не бьет.